Ну ладно, давайте тогда как бы то, что как бы в прошлый раз мы начали, но опять свернули не туда и, в общем, не получилось. Про благо и добро. Про различие добра и блага. В прошлый раз, Валя, как бы я пытался эту тему начать, и на самом деле тема важная, потому что я сам осознал, что это различие существует. И оно состоит в том, что вот под благом понимается нечто сущее, да? Некоторая цель. Обычно, ну, благо называют Бога, да, вот, потому что цель всего сущего есть Бог. Но если говорить философски, то Алло. благом является бытие. Нет. Благом является бытие. Почему? Потому что все стремится к бытию, да, вот все сущее стремится к тому, чтобы быть. И как бы вот в некотором отношении, поскольку бытие является целью, то постольку как бы бытие является благом. И вот в этом отношении благо понимается как нечто сущее, да, вот как бытие. Причем бытие у разных регионов мира, оно разное. То есть бытие камня отличается от бытия растения, там, бытие растения отличается от бытия животного, бытие животного отличается от бытия человека, ну и бытие человека отличается от бытия Бога. То есть есть некая иерархия различных способов бытия. И причем важно, что эта иерархия есть, потому что если есть некая иерархия, то можно говорить о том, что в этой иерархии выстраивается некая линия, да, что все стремится, что можно в этой иерархии перейти к некому пределу, да, и говорить о том, что вот есть некий высшее, да, вот высший иерарх, если так можно выразиться, да, высшее благо. Потому что ведь можно здесь употреблять также благо и в том простом смысле, что мы можем сами ставить какие-то свои цели частные и к ним стремиться. Но если вот опять же переходить к предельным целям, да, вот к чему все стремится в некотором пределе, то мы получим вот это предельное благо, которое называется Богом, да, или там бытие. Это вот одно понимание того, как понимается добро в смысле блага. Потому что благо в переводе со старославянского, то есть это есть то же самое добро, то, что мы называем добро. Но есть как бы другое, иное понимание добра. Да, вот еще надо сообщить, что по отношению к благу, вот зло понимается как недостаток блага. То, что, Валь, ты всегда говоришь, да? Здесь как раз именно в силу того, что вот есть некая иерархия, да, что вот есть как бы такая вот метафора, обычно говорят, в центре периферия, что в центре как бы максимальная концентрация бытия, потому что если бытие разное, то оно как бы концентрировано по-разному. Не так, что бытие всего одно и то же. Бытие в центре, бытие на периферии – это одно и то же бытие, да? То есть оно ничем не различается. Нет, бытие разное. Бытие камня, бытие человека, бытие растения, там, бытие Бога – оно разное. Поэтому мы можем говорить о том, что вот бытие как-то сосредоточено в некого рода разной Алло. концентрации. Есть концентрация, как то, что мы можем назвать центром, а есть как бы бытие, которое лежит на периферии. Там есть как бы более интенсивное бытие, да, центральное там, бытие Бога, а есть менее интенсивное. И в этом отношении действительно о зле говорят как о недостатке блага. Потому что все существует, все существующее существует. И все, что существует, в этом отношении есть благо. Это вот одно понимание. А второе понимание – это вот добро и зло, как мы понимаем его в нашем поведении. То есть, как оно понимается в этике. И это понимание добра и зла немножко другое. Оно, конечно же, перебрасывает мостик к тому первому пониманию блага, но тем не менее оно по смыслу совершенно иное. В чем состоит его? Почему оно иное? Потому что мы в поведении, в этике, да, оцениваем нечто неосязаемое, а именно наши намерения. То есть мы говорим о том, что поступки, да, вот смысл поступка с точки зрения этики состоит в намеренности его совершения. Потому что если поступок совершается ненамеренно, если он совершается случайно, то в нем нет никакой этики. То есть если я, например, что-то случайно сделал, и даже это сделанное мной случайно во вред, то, по крайней мере, в этом нет зла. Но я совершил вред, но это не зло. То есть зло возникает только как в некотором поступке, если как бы в самом поступке присутствует моя вот сознательность, да, присутствует мое намерение. То есть зло есть некий прибавок к самому действию поступка, которое изменяет поступок и из простого вреда, из случайного вреда превращает его в зло. Точно так же добро, да? Сам я могу случайно кому-то оказать какую-то пользу.
И могу совершенно просто, ну просто своими какими-то действиями, даже не замечая этого, принести кому-то там огромную там это прибыль там, или это там, ну или там огромную пользу. Причем я-то буду здесь как бы ни при чем, но стечение обстоятельств таково, или так, так уж повезло кому-то. Ну, например, я могу, например, поучаствовать, допустим, в какой-то лотерее, подарить кому-то лотерейный билет, а тот на этот лотерейный билет выиграет много денег. То есть я как бы по факту принес ему большую пользу, но тем не менее это не есть добро. То есть я ему просто случайно, как бы, это некое стечение обстоятельств. Это поступок, пользы, которую я приношу другому человеку, становится добром только в том случае, если опять же появляется вот эта вот сознательность, если появляется намеренность моего поступка. Да, вот то, что... А вот насчет намерения. Те примеры с Фаустом. Когда сатана является Фаустом, что ему говорит? Я тот? Ну, Фауст спрашивает, кто он? Говорит, я тот, кто думает всегда о зле и вечно совершает благо. Или вот обратный пример. Когда намерение положительное, человек что-нибудь такое сделал, и чего стало плохо сразу очень многим людям. И он кричит, я же хотел как лучше. Понятно, и как бы в этом присутствует... Можно ли это считать добром? Если всем от этого стало плохо. Для того, чтобы эти проблемы обсуждать, надо сначала пройти путь. Потому что на тех определениях, в которых мы сейчас находимся, этот вопрос ну, не решаем. Потому что здесь возникает следующая ситуация. Я намереваюсь совершить добро. Да, как бы, и все мое намерение, все мои усилия к этому направлены. Но в силу того, что я конечное существо, там, это ограниченное, в силу того, что кроме меня существуют другие люди, существует куча многих обстоятельств, в итоге вот мое действие может оказаться на самом деле вредом. Несмотря на то, что намерение доброе, а действие может оказаться вредом. На самом деле этот вред не является злом. Ну, послушай, мы, допустим, но тут проблема состоит не в том, на самом деле, послушай, не, например, не в оценке самого действия. Мы выберем президентом 5-летнего ребенка. Он думает, будет самый хороший ребенок, думает будет только о добре и о благе. Ну, я думаю, страна загнется. Валь, ну слушай, вот уголовное право понимает добро и зло так же, как говорит Булат. Прямо там так и записано. Вот то, что говорит Булат, у нас оценивается в уголовном кодексе. Намеренное, да, намеренное там зло, ненамеренное, и так далее, и так далее. Вот как говорит Булат. Нет, ну, нет, почему? Не так. Там же есть намеренное. Ты сейчас что хочешь сказать просто? Ладно, хорошо. Я хочу сказать, что нельзя свести добро и зло к намерению. Вот. Еще раз говорю, что мы понимаем два региона. Первый регион мы говорим о благе как о сущем, и тогда на самом деле это добро и зло понимается следующим образом, что есть некое благо, да, то есть добро, а зло понимается как недостаток добра. Это первый регион. А второй регион связан с нашей этикой, с нашим поведением. В нем добро и зло, оно имеет другую природу, а именно природу намерения. Ну таково уж просто смысл другой, но что тут делать на самом деле? Ты пойми на самом деле. Когда мы говорим с собой, что нужно быть честным, это и означает, что различать смысл надо, а не сводить все в одну кучу. Ну хорошо, тогда должен быть и третий регион. Ну говори, какой третий регион? Третий регион — это вообще как бы польза и вред в отношении других людей. Действительная польза, действительный вред. Это входит в этику? Ну вред, да, но добро и зло. Независимо ты делаешь, независимо. Ты делаешь зло. Или ты делаешь добро. Ну хорошо, ты можешь принести неумышленный вред, а можешь принести умышленный вред. Понимаешь, был ли твой вред умышленным или неумышленным? То есть ты делал зло заранее или нет? Ты хотел разрушить? Или ты хотел построить, но от недостатка не построил? Там не так. Вот если ты убил человека намеренно или непреднамеренно, ты все равно совершил зло и в том и в другом случае. Но если ты убил преднамеренно, то это большее зло, чем если ты убил ненамеренно. А в нашем понимании, которое мы сейчас развиваем, оно будет... Это все равно зло. Слушай, будет состоять а так. Вот не убить — это уже добро. Валя, а в нашем понимании... То есть, как бы... Сейчас, вот, одну секунду. Предотвратить убийство — это однозначно добро. Следующее. Если ты работаешь на стройке, и случайно у тебя из рук сорвался кирпич, как бы, ты просто шел, сорвался кирпич. Кирпич упал, убил человека. Да. Но. Ты совершил непреднамеренное зло. Знаешь, такое есть понятие преступная халатность? Нет, смотри, ты совершил непреднамеренный, но не зло, а вред. Почему? Объясняю. Потому что зло... надо атрибутировать к человеку, не просто абстрактно. Вот именно так и появляется закон. Они появляются сначала из инструкций по технике безопасности, из устава действующих армий. Понимаешь, когда непреднамеренно упал кирпич, принимается мера, чтобы он больше преднамеренно не падал. Но все понимают, что случилось. Еще раз, Валя, зачем отклоняться?
Как же это? Оно, конечно же, зло, вот с точки зрения первого понимания, что есть благо, как бы, да, как бытие, а умереть это зло, поскольку оказаться в небытии. Оно, конечно же, зло. Но оно не может быть атрибутировано в качестве зла к поведению этого человека, а это другая сфера. Хорошо, Валя, если ты такой казуист, давай, вот на тебя напали и хотят тебя убить. Ты сопротивлялся и убил нападающего. Это зло или добро? Значит, не превысил необходимую самооборону. Ну хорошо, это зло или добро? Нет, это точно так же с Валиной позиции зло, но на самом деле тебе нельзя атрибутировать, что это зло твое, понимаешь? Твое поведение не зло. Зло то, что он умер. Само по себе, факт смерти человек, это зло. Подожди, другой еще момент. Пришел человек в деревню и говорит, я сейчас убью вас всех. Вот просто убью вас всех и начал всех резать. Просто начал. Одного, второго, третьего. И ты его пытался остановить, говорил ему что-то еще 5-10, он тебя просто оттолкнул, а ты его раз и зарезал. И он не убил еще 15 человек, которые остались. 5 успел, а 15 не успел. Но ты его убил. Ты совершил что? Зло или добро? Ты был на него не зол абсолютно. То есть ты не злился, не кричал, вообще ничего. Ты был в спокойном рассудке. Но ты не мог его остановить другим путем. Ты его убил. Да, то есть если исходить из того, что... В том числе и Булат говорил, что благо, да, и бытие, как бы, это одно и то же, то как бы, когда ты сохраняешь бытие благ, ты совершаешь добро. То есть ты его убил, но совершил добро? Нет, убив его, ты совершил зло, а сохранив жизнь 15 человеком, ты совершил добро. Вот, ну, в общем-то, оценка какая-то, добро или зло ты совершил? Ты хороший поступок совершил или плохой? Что ты сделал? Я же тебе сказал, убив этого человека, ты совершил зло, а спас жизнь 15 человеком, ты совершил добро. Вот если бы ты смог этого человека как-то нейтрализовать, не убив, ты бы не совершил зла. Ты все-таки совершил зло, убив этого человека. Ну, можно было как-то по-другому, наверное, позвать этих 15, связать его как-то там. Ну, можно было его оглушить и потом можно связать. Можно было все что угодно сделать, но ничего не смог. Ну, раз вот не смог, это значит зло. Понимаешь, не смог, это как кирпич выронить. Выронил кирпич человеку на голову. Не давай, смог удержать. Подожди, хорошо. Ты не смог удержать, там выронил кирпич человеку на голову. Это зло. Но если бы ты не выронил этот кирпич, он бы убил 15 человек. Давай вот просто вот рассмотрим просто. Чего-чего? Ну, если бы ты не выронил этот кирпич, он бы убил еще 15 человек. Но ты что совершил? Убив этого человека, ты совершил зло. То есть а в результате... спасший жизнь 15 человек, ну ты общую добро. Оценку дай, Валенька. Общей оценки не может быть. Ну хорошо, может, потому что тут у тебя поступки. Вот пришел судья. Послушай, у тебя поступки по отношению к разным людям. Хорошо, вот пришел судья. По отношению к этому человеку, который. Вот хотел... пришел судья. Ты, наверное, смотрел фильм с Золотухиным. Да, судья выбирает меньшее зло. Меньшее зло, то спасла жизнь 15 человеком. Поэтому. То есть ты герой? Ну не герой, а тебе дадут какой-то срок. Небольшой. За превышение необходимой самообороны. Это правильно. Ну, законы же не просто так написаны. Все там продумано. Ну хорошо. Что значит превышение? Надо было его как-то оглушить. Ну не мог ты его оглушить. Ну не мог. Вот ты вступил в борьбу и так получилось. И так случилось. Убив, дальше что? Пойми, что убив человека, ты совершил зло. Ну совершил ты зло, даже если ты защищал других людей. Ну ты вынужден был пойти на это зло, чтобы предотвратить еще большее зло. Надо же быть честным. Не сделал ты добра, убив. Ну не сделал. Сделал меньшее зло, чтобы предотвратить большее. Практически тогда, что это такое? Добро и зло? Да. С твоей точки зрения. А, ну я говорил с вами, я еще раз повторю. Я считаю, что никакого зла нет, его не существует. Что есть только добро. А добро это благо или бытие. Но как мы получаем зло, собственно говоря? Когда мы с меньшего уровня совершенства смотрим на более высокий уровень совершенства, мы видим добро. А когда мы с более высокого уровня совершенства смотрим на более низкий, видим зло. Вот тебе пример. Волк поймал зайца и съел его. Зла никакого нет. Потому что для уровня совершенства волка, да, абсолютно нормально ловить животных и есть их. Но если человек, да, поймает другого человека и съест, то это как бы зло. Потому что для уровня совершенства человека это как бы уже недопустимо, понимаете? Ну или более простой пример, который я тоже сегодня приводил. Это вот фильм «Леон» был, там это очень хорошо показано. Он убивает всех, кроме женщин и детей. То есть он уже из-за этого выглядит положительным героем, потому что по отношению ко всем другим убийцам, которые убивают всех подряд, они большее зло, чем он. Он на более высоком уровне совершенства. А вот эта девочка, она вообще никого не убила, как бы, да, она еще большее совершенство, понимаешь?
ну и так далее. Человек, который там рожает, воспитывает детей, там, выращивает их, он еще более совершенствован, ну и так далее. Мне больше всего поражает, Валя, что ты не можешь увидеть различия там, где, казалось бы, оно очевидно. Никто же ведь не говорит о том, что нельзя оценивать поступки, ну, внешним образом. Вот мы сидим, на самом деле, поступки, там, там предметы, там, не знаю, там, события оценивать, как вот ты это оцениваешь, с позиции блага, как бы, и недостатка блага, да, то есть зла. Вопрос идет о этике, в которой ты лично участвуешь. Лично, понимаешь? И ты совершаешь лично какие-то поступки, и сам же их оцениваешь, как добрые и злые, сам. Понимаешь? Безотносительно как бы вообще всей этой иерархии, как бы, блага. Понимаешь? Ну, Влад, если у меня будет доброе намерение, а в результате всем будет плохо, я не буду считать, что я совершил добро. Я буду понимать, что я сделал зло. Нет, если ты совершаешь, вот, у тебя есть доброе намерение, но тебе не получилось. Ну, может у тебя не получиться? Ну, может. Это означает, что просто твой поступок нейтральный, он не является добром. Он просто вред, понимаешь? Он не является добром. Почему-то, если есть доброе намерение, а поступок идет во вред, он не является добром. Он просто вред, как случайный вред. Понимаешь, вот ты идешь по улице, это, допустим, наступил в лужу, и намочил ботинок, это случайный вред. Случайный. Увидел бы. То есть выводов никаких из этого делать не надо. Надо выводы делать. Но тогда для того, чтобы сделать выводы, и чтобы не допустить этого в следующий раз, чтобы у тебя появилась мудрость, тебе надо признать, что ты сделал зло, даже не желая этого. Понимаешь, непреднамеренное зло. Так вот в том-то и состоит проблема, на самом деле. Проблема и состоит в том, что свобода в этике. То есть, что в этике можно поступки оценивать с точки зрения свободы. Намерение в поступке – это и есть свобода. Дело в том, что когда ты пытаешься свое намерение воплотить, ты вступаешь в отношения необходимости с миром и со всем другим окружающим тебя людьми, там, обстоятельствами и прочее. Ты уже как бы не свободен в осуществлении, потому что осуществление требует каких-то условий. Условия могут не состояться, хотя ты рассчитываешь на них, а их нет. Понимаешь? Ну не можешь ты полететь вдруг, да, вот решил человека спасти. Но ты не можешь полететь вдруг, да, у тебя есть какие-то определенные ограниченные возможности. В рамках этих возможностей ты можешь действовать. И вот либо ты действуешь в рамках этих возможностей, да, пытаясь людям принести пользу, да, другому принести пользу. Либо не действуешь, понимаешь? Либо ты наоборот действуешь в рамках этих возможностей, причиняя намеренно другому человеку вред. Речь идет о том, на самом деле, что все-таки регионы эти разные. Смысл добра и зла в смысле этики, да, в смысле поведения. И смысл добра и зла в смысле вот общей оценки иерархии бытия. Имеет значение, конечно. Намерение имеет значение, но не решающее, не ключевое. Да дело не в этом, имеет оно значение или нет. Разный смысл добра и зла. Добра и зла, понятые как благо и отсутствие блага в смысле сущего. Действительно, все можно так расценить, и поступки отдельных людей, и события так можно оценивать, и предметы, и мир в целом, все так можно оценить с позиции того, что это благом оно является, и это и большим благом или меньшим благом. И всегда можно соотнести и как-то пытаться, да, и выстроить единую иерархию. Это одна позиция. Это один способ как бы различать добро и зло. А другой способ различать добро, когда речь идет об этике, да, когда речь идет о наших поступках, которые базируются на нашей свободе. Иначе говоря, другое понимание различия добра и зла базируется на понимании того, что мы обладаем свободой и можем свободно предпринимать что-то. Свою свободу, свою волю направлять в одну сторону или в другую. Ответственность остается или нет? Ответственность все остается, это же другое, это же то же самое добро и зло. А почему остается ответственность за поступки? Потому что ты их намеренно делаешь. Ну, если бы намерение что-то определяло, ответственность была бы не нужна. Достаточно. Как это так? Если ты намеренно что-то делаешь, так значит ты и берешь за то, что значит, ты намеренно делаешь. Результат? Результат, конечно же, важен, но пойми на самом деле, нельзя пытаться, я пытаюсь объяснять, что такое добро и зло, и стою на самом начале, а ты хочешь меня спросить о вопросе, который возникнет в самом конце. А почему так случается? Ведь это вопрос. Почему? Если больше бытия возникло в результате твоих поступков, ты совершил добро объективно. А если меньше стало бытия, то совершил объективно зло, независимо, какие там у тебя были намерения. Хотя, конечно, твои намерения будут учтены, чтобы определить только степень твоей вины. Подожди, я не понимаю, а как тогда возможно и свобода и этика? Причем здесь тогда свобода и этика? Тогда вот получается, что я объект, ты объект, все объекты. Либо мы и так по факту сейчас делаем, мы совершаем или чего-то нет, мы как объекты, да, вот в едином космосе, мы или той или иной концентрация бытия. Вот я могу вообще ничего не делать, могу просто замереть как камень, и я уже концентрация бытия по факту наличия себя в мире.
Ну, так а где а этика возможна у такого существа, который по факту? Да, вот в буддизме именно такая этика. Нет, и ты пойми на самом деле, что. А где свобода, я хотел сказать? Этика, новое измерение это добра и зла, оно возникает в силу того, что человек еще обладает, помимо тем, что он существует, он еще обладает возможностью. То есть он обладает свободой. Но человек, который выбрал недеяние, он же тоже распорядился. Да, он тоже распорядился. Причем здесь это? У тебя все примеры, уводящие это в бок. Я тебе хочу показать разницу пока. Подожди, я не обсуждаю пока эти. Да не горячись, ты исследуй. Еще раз говорю, я не обсуждаю пока разные эти примеры, потому что для того, чтобы до них дойти, сначала хорошо, надо поставить сами проблемы. Зачем по-другому? А что такое неделание? Недеяние? Недеяние. Что это такое? Когда человек не ставит никаких целей, нет никаких намерений. То есть у него есть намерение, то бревно, ничего не делает. Бревно, что ли? Да, намерение, да. Так намерение, значит, намерение есть. Вообще никакого равновесия. Намерение, значит, есть. Так это и есть намерение. И оно активное, оно точно так же активное. У него есть свобода выбора. Он сделал такой выбор. Да, взял за свой выбор ответственность. Да, да. А в чем разница тогда, Валь? С тем, что говорит Булат. Не знаю. Разница в том, что он сделал такой выбор, не совершать никаких поступков. Сделал, не совершать никаких поступков. Ради блага. Ради блага. То есть не мешать миру жить своим существованием, так? Да. Все, не вопрос. Вот. Тут на, тут на самом деле я просто сначала хотел различие провести для того, чтобы потом указать связь. Просто если бы сразу я указал связь, то может быть многим бы стало бы неясно, а не надо... в чем состоит различие. Надо... Связь-то, конечно, есть. Потому что когда я говорю о пользе и вреде, то я как раз имею вторую часть того, что различается как благо там, это меньшее благо и прочее. Откуда взялось само измерение пользы и вреда? Оно как раз и возникло оттуда, что мы понимаем, что есть разные степени бытия. Есть как бы польза и вреда сама берется из этого различия блага и меньшего блага. Да? То есть добра и зла понятого в первом смысле, в смысле сущего. Ну, то есть на самом деле связь здесь есть, но просто нельзя в одну кучу сбрасывать. Сначала надо понять различия, а потом указать на связь. Ладно, а если у меня намерение принести пользу себе, но я отдаю себе отчет, что тем самым я принесу вред всем остальным. Ну, обществу, скажем так. Что я совершаю? Доброе дело или злое? Намерение-то у меня доброе, принести себе пользу. Я тебе, Валя, уверяю, на самом деле, вот ты вот сейчас задаешь вопросы. Так в этом и есть этика, Валя. Нет, да, вопросы, ты задаешь такие вопросы, я могу тебе еще более каверзные вопросы придумать. Ты просто задаешь вопросы, которые должны стоять в конце в этике, для как ответы, а не ну, как... Ладно, я помолчу, ладно. Не, ну а сам подумай. Вот проблема же в чем состоит? Ты, как христианин, при всем своем полном, так сказать, глубокомысленном понимании, в чем состоит добро и зло, начинаешь что-то делать, и вокруг все крушится, все ломается, все обваливается, понимаешь, люди погибают и так далее. Потому что эта проблема фундаментальная, она не касается только меня, тебя, а вообще она касается, каким образом наши намерения могут реализоваться в бытии. Они не касаются добра и зла. Понимаешь, сначала надо понять, что такое намерение и как оно может реализоваться. Потому что просто человек хочет построить дом. И не может этого сделать. Земля уходит, и потом метеорит прилетает, приходят плохие, еще там враги какие-нибудь приходят, там деньги кончаются, кризис наступает. Безотносительно вопроса добра и зла. Намерение наше, его воплощение, проблематично. В принципе, тут вопрос добра и зла вообще значения не имеет. Есть вопрос добра и зла, он один. Есть вопрос реализации намерения. И реализация намерения вопрос, он отдельно стоит, это должен быть рассмотрен. Как может намерение наше реализоваться? На самом деле, это только нам сейчас вот кажется. Да, мы живем в таком мире, который нас окружает вещи. И все эти вещи ладные такие, да, произведены, и все работают, не ломаются. Мы привыкли в таком мире жить, и нам кажется, что ну, намерение реализовать это просто. На самом деле, любой человек, который просто попытается намерение реализовать, он поймет на самом деле, что это бесконечно непросто. Фирму организовать, бизнес затеять. Тут, когда намерение это, действительно будет серьезным, не просто там дойти до того угла там, типа, и вернуться обратно, а когда оно будет реальным поступком. Человек поймет, что на самом деле, что ну просто много что сопротивляется этому реализации. Ну много что. Понимаешь? Воплотить идею в жизнь, это называется. Это очень сложная вещь, это отдельная такая сложная тема. Поэтому как бы ее надо рассматривать еще отдельно. Она как бы этики не касается даже, она касается просто метафизики. Как вообще мы можем в мире валить? Тебе вот не удивительно, на самом деле, что наша воля в мире может осуществиться? Это же странно. Как, что такое наша воля и что такое мир? Как они могут соотноситься-то вообще? Тебе кажется, вот, там, типа, там,
тебе как бы все это вопросы ясны, да, а на самом деле они не ясны. Я хочу, допустим, что-то сделать, и не получается. Почему? Это надо все выяснять. Но она, я говорю, это общий вопрос, он не касается только конкретной этики. А теперь, ну если касаться этики, то, естественно, и в этике эти же вопросы возникают, но только с этической стороны. Мы намерения не осуществляем, наши намерения одни, они, допустим, благие, а фактически, по факту, мы там просто совершаем бесконечный вред. И как с этим быть? Это просто вопрос этики. Но в этике это вопрос решается тем способом, что мы должны свое намерение скорректировать, мы должны войти также в понимание всех условий. То есть добро можно совершить, только понимая прекрасно, что ты хочешь сделать. Нельзя, как правильно ты говоришь, маленького ребенка, у которого все намерения будут хорошие, там, пустить, совершать какие-то действия. Потому что он не знает жизни, он не знает обстоятельств и не может в силу неопытности войти. И он начнет крушить все вокруг себя и все как бы это громить. Поэтому добро подразумевает знание жизни. Оно требует нашего личного опыта. Оно требует участия, сопереживания. Да, да, и поэтому это называется мудростью, действительно. Это хорошее слово. То есть ты должен, хочешь принести другому человеку пользу. И ты думаешь, ну вот сейчас я ему $1 000 000 дам и принесу огромную пользу. Он будет жить, типа, припеваючи. А потом вдруг через некоторое время он там оказывается где-нибудь там это повесился. Допустим. Есть противоположный пример, когда мудрец пришел в деревню, там был красивый мальчик, родители которого ему потакали, а он ему раз дал в нос и сломал нос. И казалось бы, он сделал плохой поступок, сломал человеку нос, а с другой стороны, он просто лишил мальчика той привязки, которая у него была. Тоже, видишь, нюанс такой. Так что вот. Да, здесь на самом деле это просто некоторая есть диалектика, действительно сложная. И когда мы... Не, я просто это еще не затрагивал. Я согласен с тобой, что не... это я был бы 100 раз говорил, что не всякая польза во вред, а не всякий вред. Еще раз я потом еще есть такой нюанс, например, про... Дело не в этом. Дело в том, что это конкретный маленький вред телесный может оказаться огромной духовной пользой. Это просто разные уровни пользы и вреда. Это врач тебе тоже же режет, да, пилит там, условно говоря, там. Ну так знаешь, получается, нам заставляет нужно... таблетки принимать. Послушай, нам нужна какая-то чтобы... объективная абсолютная позиция, какое-то мерило объективное, большое такое. Нам нужно, еще раз объясняю. Еще раз объясняю, Валя. До этого надо еще дойти. Если как бы ты находишься в определениях и сразу же прыгаешь в конец, то тогда ничего никогда не получится. Получится просто вот огромная котлован, такая куча всего навалена, как бы, да, что, как различено, непонятно. Сначала надо различить благо, как бы отличить, да. Это как сущее. Потом надо добро и зло отличить, как добро и зло, которое в нашем поведении. Потом найти между ними мостик. А потом уже двигаться дальше постепенно, наращивая. Отличая в реализации воли. При этом надо не переходить на личности, не ставя себя выше других, занимая исследовательскую позицию. И тогда это возможно. Не, ну вот Валя говорил про страстность. Это называется это не переходить на личность, это страстность. Это по всему страстность. Делу надо подходить... это. Не с холодной душой, а со страстной. Если да, как... но можно подходить к делу по-разному. Страстный ты или холодный, это твое отношение к делу. А дальше еще есть умение, как ты это дело организуешь. И что из этого выйдет, и кто как отнесется. И вот тут уже применить этику, так сказать, мне всегда можно я просто по этому поводу кое-что скажу? Меня всегда это тоже поражает. Люди сидят там как бы на той стороне экрана, смотрят и думают, какой типа там парень там типа постоянно горячится, типа... А мог бы не горячиться, мог бы учитывать все обстоятельства, контролировать все вопросы, знать, составить план, как бы, а это что означает? У меня же личной жизни не будет, что ли? Я так вот, каждую неделю семинарию бывает и по 5 раз в неделю, это что означает? Это означает, что я просто с утра до вечера буду только с конспектами сидеть и думать о том, как я должен вести себя там, как я должен вести себя здесь. Нет, а не получается ли так на самом деле? Потихоньку совершенствовать. Да не, а не получается ли так, что я просто нахожусь в ситуации, в некоторой, да, в страстной ситуации, я просто забываю на самом деле. Обо всем этом. Забываю. Я такой же человек, как вы. А если все забудут об этом, что будет? Да это не все забудут. Это просто означает, что надо иногда тоже брать на себя это, активности. Самому участвовать. И тогда, может быть, в этом участии я смогу там отрефлектировать ситуацию и остановиться там. Тоже правильно. Ну а что, не так, что ли? Правильная часть позиции, что да, должен не только сам один заводить и биться с этим семинаром, но и все должны. Но для этого... Раз ты пришел с такой темой, тебе надо заинтересовать этой темой, правильно? Ой, тебе надо исследовать все вместе. Еще раз говорю, что... И твоя страстность, как бы, она... Ну... Я специально... Это одна из тем, на самом деле. Она фундаментальная. Если вы думаете, что можно там ее обсудить, вот так вот быстро двинуться, то... Какую вы заблуждаетесь. Тему? Она настолько фундаментальна, какую что... Какую тему? Подожди, брат. Ну, тему давайте. Добра и зла. А и мы сейчас... Я вот сейчас говорю, например, не о добре и зле, а о техническом, так сказать. Ну у тебя, если честно, как бы ты на семинаре участвуешь не часто, а вот таких вот технических несогласовок очень много. Зря упираешься. Просто когда вот
понимаешь, когда вот ты вот так вот постепенно отступаешься, как бы потихоньку, вот он же хорошо, что он тебе говорит об этом. И я поступаю плохо, что тебе спускаю все время, на самом деле. Почему? Потому что ты же помнишь, когда мы дойдем до каких-то серьезных разногласий, начнутся просто истерики, там вообще какие-то жуткие вопли и все такое. Будет вообще какой-то кошмар. Просто тут надо потихоньку. Ну, ты человек такой страстный, как бы, потихоньку, как бы. Вот. Надо, я же против. Просто есть два способа. Можешь говорить кому-то. Он, например, что-то пытается сделать, там, условно говоря, как-то двигается, там, какой-то. А можно ему говорить, что ты не двигайся, типа, а ты помни одно, второе, третье. А можно просто самому брать инициативу в свои руки. Правильно, понимаешь, правильно. И все. Вот, все тоже и по факту, как бы, я смогу передохнуть на слове, да, и как бы оценить обстановку, как бы, и скорректировать свою позицию. Вы одно поймите, когда человек говорит, у него время, вот цейтнот, понимаешь, он не может остановиться на час и сидеть, чесаться и думать. Цейтнот, понимаешь? Как бы по неволе, как бы речь, она требует определенного рода перехода от одного к другому. Ты говоришь одно, а говоришь б, говоришь с, и так далее. Паузы здесь быть не может. Он, на самом деле, мне поражает на семинаре Наговицына. Наговицын как раз этого не стесняется, и бывает на семинарах он как бы так зависает слегка, там бывает на минуту зависает, молчит просто и все, и думает. А люди это воспринимают так, ну тугодум, типа, понимаешь? Тупой, типа, понимаешь, ни черта не понимает, а он должен как пулемет выстреливать, да, по их пониманию. Это, ну вот это вот. Это кто тебе из них сказал? Да и есть там отдельные деятели. Просто я могу просто сказать на самом деле, что тут человеческое очень сложно.